Сегодня на 84-м году ушел из жизни украинский режиссер, оператор, сценарист, писатель Вадим Костроменко. Вадим Васильевич проработал 60 лет на Одесской киностудии. В качестве оператора снял более десятка картин, в том числе работал с Марленом Хуциевым над легендарным фильмом «Весна на Заречной улице». Среди режиссерских работ Вадима Костроменко художественный фильм «Квартет Гварнери», телефильм «Секретный фарватер». Работал он с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским и другими значимыми фигурами кинематографа советской эпохи. Последние годы Вадим Васильевич возглавлял музей кино в Одессе. Прощание состоится в пятницу, 3 ноября в 11 утра на Одесской киностудии.